закрутами эти повороты. Последние они очень крутые. Но пройдя их, мы уже, в принципе, приблизимся к цели. По-моему, навигатор там уже показывает. По-моему, мы уже должны приехать скоро. Вообще, куда я еду, ты же сам знаю. Навигатор мне, по-моему, уже не указывает ничего. Посмотрим сейчас. У меня, слава богу, есть до завтрашнего 8 утра время. В принципе, можно еще все. Но не все, конечно. Много что проехать. Такая красота здесь неописуемая. Честно скажу, это здесь очень красиво, очень красиво. Наверное, все-таки правы люди, которые советуют хоть раз, наверное, побывать здесь, посмотреть на эту первозданную красоту. Здесь недалеко от Европы, Гамбург рукой вообще под ней подать. Литвы ходят паромы на Крас, Швецию, от Гетеборга. От Гетеборга сюда тоже рукой подают, там 500-600 километров. Может, максимум 700. Это, как говорится, за огородом, если честно сказать. Очень хорошо, если бы мы просто даже хоть немножко ее не засняли. Что немножко заснял этот аппарат, чтобы осталась какая-то память. Я думаю, что мы здесь еще сюда приедем. Он стоит этого. По деньгам она недорого стоит. Так что думаю, что в любом случае надо будет брать где-то домик рыбацкий, лодку, половить лосося, погулять по местным ландшафтам, подышать свежим воздухом. Еще такая дорога будет около километра. Нормально, считаю. В любом случае спускаться, не подниматься. Подниматься, конечно, сложнее. Связь потерялась, а начали спускаться. Ну, короче, что-то не то. Судя того, что оттуда идут грузовики, значит, там все-таки паром. Если там паром, значит, мы едем правильно. Едем правильно. И это хорошо. Так что вот мы едем. Здесь километр один кемпинг-плац. Столовой нету, только место для ночевки и отдыха. Так, проезжаем дальше. Мне уши заложило. Так, неплохо для начала. Очень много грузовых.
Хагом. Так, красота, конечно, здесь неописуемая. Конечно, передать ее невозможно, как все блогеры говорят. Но я не блогер. Но я вообще, конечно, говорю, на самом деле передать эту красоту просто нереально. Сюда надо ехать. Надо ехать, смотреть все это. Ехать и смотреть. Ехать и увидеть это все. Берген, 228, да, 36. Вот туда я еду. Ладно. Пока навигатор ведет, будем доверять. Я в последнее время навигатора не очень доверяю, потому что часто ошибки делал. Вообще совершенно не той дорогу, которую хотелось бы или которую надо было. И хотя его выставляли его правильно, но где-то какая-то маленькая ошибочка и все. И он повел не той дорожкой и в результате потеря времени. Ну ладненько, будем наслаждаться дальше красотой Норвегии. И да, да, прекрасно. Птички летают, барашки. Пасутся. Шикарно, конечно, шикарно. Вот такие у нас красоты на планете Земля. Все-таки Бог — большая сила, большая мудрость.